не было ничего. Все. То есть, опять-таки, то есть последнее слово все равно осталось за Творцом, за Богом. Последнее слово все равно с ним осталось. Но для всех, для многих, кто знал эту историю у нас в церкви, это было, ну, таким, ну, как сказать, отрезвлением каким-то, что ли, как бы, ну, к покаянию, призывом каким-то, вот, ну, чтобы не шутили с благодатью, а чтобы дорожили благодатью Божьей. Да, слава Богу. Хорошо, тогда давайте сделаем так, в среду я продолжу, кое-что расскажу еще из исторических этих вот как раз вот, первых причин, что повлияло на то, что эти учения стали распространяться в церкви, и что нам теперь с этим делать, как выходить из этой ситуации. Давайте встанем, друзья, помолимся и благословляем вас словами благословения священников, тем более, коль мессианская община должна это принимать. 100%. Многие христиане любят точно это благословение. Очень любят. Оно для всех. Неважно, еврей это не еврей, татарин, русский, кто бы то ни был. Бог хочет благословить всех. Через Иисуса Христа, Сына Своего. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе
видео потом выкладываю на YouTube. Там